Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова канал «Математика бесплатно». И сегодня мы решаем задачу номер 173 для 5 класса по математике, автор учебника «Мерзляк». Итак, условие. Стена Московского Кремля состоит из трех участков – южного, восточного и западного. Длина южного участка составляет 685 метров, что на 45 метров меньше длины восточного. Длина западного участка на 135 метров больше длины южного. Сколько метров составляет общая длина стен Московского Кремля? Итак, условие. Южный участок 685 метров, что на 45 метров меньше, чем восточный. Западный участок, вопрос, метров на 135 метров больше, чем южный. Сколько всего метров составляет вся длина Московского Кремля? Задача сначала идет в косвенной форме. Южный участок 685 метров, что на 45 метров меньше, чем восточный. Значит, восточный, наоборот, на 45 метров больше. Поэтому 685 плюс 45 будет 130 метров. Длина восточного участка стены Московского Кремля. Второе действие. Теперь найдем западный участок. Западный участок на 135 метров больше, чем южный. То есть 685 плюс 135 получается 820 метров длина западного участка. А теперь ищем, сколько всего. Южный 685, восточный 730 и западный 820. Складываем, получаем здесь 1415 плюс 820, 2235 метров. Это общая длина стен Московского Кремля. Если вас просят перевести это в километры, что не обязательно, то это 2 километра 235 метров. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем комментаторам я буду передавать привет в своих следующих новых роликах. Также, мои подписчики, можете заказывать решения задач. Я буду выкладывать их на свой канал абсолютно бесплатно. До свидания, удачи всем и желаю вам всем по математике иметь только пятерки.